Продолжаем изучать сервлеты перенаправления данных в GSP. Итак, мы уже знаем, как отправляться данными методом getPost. Какая разница между getPost, защищенный, открытый, и что такое метод doPost, и что такое сервлет, как он работает, как он описывается в WebXML. Теги, имя сервлета, класс. Путь к классу указываем, и потом сервлет маппинг мы указываем, где он будет применяться по имени нашего сервлета, и говорим, где он должен быть открываться. Это было на прошлых занятиях. Сейчас мы поговорим о так называемом форварде. Что такое форвард? Я создам еще один сервлет и назову его как-то. И назову его диспетчер сервлет. В нем будет всего лишь один метод. В нем будет один метод. Параметры его будут аналогичны, как и в методе doGet, doPost. Итак, что вообще? Значит, forward. Forward – это, допустим, у нас есть некая страница, от которой мы передаем данные. Данные куда-то перешли, они куда-то обработались, и мы хотим результат или еще куда-то перенаправить на следующую страницу. То есть, вторая переправка. То есть, мы говорим, что он не перенаправится на другую страницу. То есть, в данном случае у нас данные переходят на PageGSP, и там просто ловится. Так как здесь мы указали MyServlet, мы переходили по методу get в MyServlet, и здесь мы что-то выполнили и открыли. Мы могли бы здесь сделать перенаправление уже с MyServlet на какую-то другую GSP файл или на другой сервлет. Итак, расскажу вам лучше на примере. У нас есть какой-то диспетчер сервлет, его заполним немного позже. Сейчас мы просто представим, что метод, вот этот наш forward, будет перенаправлять нас куда-нибудь. Да, куда же перенаправлять его? Пусть он будет перенаправлять нас куда-то там. Будет перенаправлять нас на ту. Итак, теперь мы скажем, создадим еще один класс. Я его назову как-то StartServlet. И он у меня будет наследником . Теперь здесь я могу, допустим, указать метод post. Итак, что у нас есть? У нас есть StartServlet, который будет определять. Здесь будет определяться, что у нас нажито. У нас нажита кнопка «Войти» или же нажита «Регистрация». То есть пользователь хочет войти или зарегистрироваться. Если мы хотим войти, то мы перенаправляемся там на такую-то,
на такой-то сервлет или на такой-то GSP страницу. Если мы хотим зарегистрироваться, мы перенаправляемся на совершенно другую страницу, в другое место. Так как перенаправка у нас занимается наш диспетчер, метод forward, который мы еще не описали, мы и можем воспользоваться. То есть в старте сервлет я, допустим, могу получить именно через request именно то, что было нажито. Допустим, если была нажата кнопка с именем Enter, то в таком случае мы должны перейти именно туда, где производится со входом, связано с входом. Если же нажата другая кнопка Register, то тогда мы переходим к форме регистрации. То есть, если он не null, то в таком случае мы здесь потом что-то опишем. То есть мы должны перейти именно на вот эту форму. Каким образом можно сделать переход? Наш forward. Мы указываем, куда мы хотим перейти. Ну, переходим, допустим, на nt.gsp. На вот эту GSP страницу. И вместе с переходом мы передаем весь request, весь response, все данные, которые передались нам по сюда в запрос, в dopost. Мы их передаем также само и на enter.gsp. То есть мы знаем, что наш метод forward, который мы еще не описали, перенаправляет нас на какую-то страницу или сервлет, который мы здесь указали. В случае, если у нас может быть нажата регистр, вторая кнопка, то есть если она не null, то в таком случае мы должны перенаправиться на регистрацию. Итак, теперь в зависимости от того, какая клавиша была нажата, не клавиша, а кнопка, какой submit был нажат, мы переходим или же на Enter, или же на Registration. Итак, теперь мы опишем сам наш forward. В forward у нас должен быть некий диспетчер, который у нас будет именно перенаправлять. Для этого есть класс request dispatcher. Именно вот этот класс, в этом классе есть метод forward, который именно перенаправляет. Он по параметрам принимает. Первый параметр — это наш request. Второй параметр — это response. Итак, теперь самое важное, это мы сказали, что мы отправляем, то есть какие данные будут переотправлены. Но нам же нужно еще знать, откуда это нужно перенаправить, то есть с нашего сервлета, то есть получить контент именно сервлета. Для этого используется метод getServletContent, который возвращает нам контент сервлета. Это называется не getServletContent, а getServletContext. Как контекст нашего сервлета. То есть то, что в нем вообще есть. И в этом классе ContentServlet, который возвращает объект, этот метод, в нем есть
метод, который возвращает именно нашего диспетчера. Get request dispatcher. По параметрам этого метода принимается строка. В этой строке мы говорим, куда мы хотим перенаправить. Мы хотим, допустим, перенаправить, допустим, на какую-то страницу GSP. То в таком случае этот метод перенаправит нас на GSP страницу. Мы хотим перенаправиться на какой-то сервлет. В таком случае будет перенаправлено на MyServlet. В данном случае мы перенаправляемся на to. Наш параметр третий указывает, куда мы перенаправляемся. Таким образом, вызывая вот этот метод здесь, forward, мы указываем, куда мы перенаправляемся. Срабатывает наш код в нашем методе и перенаправляет нас на вот эту. Вот туда, куда мы указали значение переменной to. Таким образом, мы описали диспетчера, который будет заниматься перенаправкой. И в нашем старте сервлет, который именно стартует с самого начала, именно он будет определять дальнейшее движение наше, куда мы переходим, на регистрацию или входим, и там подобное. То есть здесь определяется, если же мы нажали Enter, то есть если Enter не null, а он может быть не null только в том случае, когда передались данные, то есть получили значение нашей кнопки. А если мы не получили значение, то это null. Следовательно, не был нажат. Следовательно, когда он не нажат, он не null. Если он не null, то есть он нажали на эту кнопку, то тогда мы переходим на... входим вообще в систему. А когда мы нажали на кнопку регистра, то тогда мы переходим на форму регистрации. Ну, создадим registration GSP. Итак, ну, допустим, логин, он указывает пароль, которым будет пользоваться. Фио нам, допустим, укажет допустим, пусть этого будет достаточно. Сделаем вручную форму и еще укажем input type submit. По нажатию на кнопку Registration у нас будет происходить регистрация. Итак, мы сделали небольшую форму, обычную самую простую форму. И теперь, ну, action можно написать reg.gsp. Но, в принципе, даже не важно здесь. Мы это на этом уроке описывать не будем. У нас просто есть форма.
Итак, вернемся к нашему сервлету. При нажатии на регистр у нас откроется Registration GSP. Вот этот GSP файлик. При нажатии на Enter у нас перейдет по форварду на Enter GSP. Но здесь на самом деле мы перейдем, давайте перейдем на My Servlet. Мы можем перейти прямо на сервлет. То есть мы указали путь. Вот здесь, где мы указали маппинг, мы видим вот здесь вот My Servlet. Вот мы на вот этот сервлет перешли. Вот он описан. То есть по нажатию на Enter у нас откроется именно вот этот My Servlet выполнится. И мы увидим, что здесь успех. При нажатии на регистр у нас произойдет здесь Registration, и у нас откроется форма регистрации. На самом деле здесь можно переписать по-другому, допустим, получение логина, пароля, проверки того, что он действительно есть в системе. Если же такой пользователь есть, то мы осуществляем вход. Все у нас окей. Если же нет, то мы говорим в сообщении, что был введен неправильный логин или пароль, и пользователь не может авторизоваться. Пусть введет еще раз. Итак, теперь посмотрим, как это работает. Запускаем TabCAD. Запускается. Сейчас откроется наш индекс GSP. И здесь мы видим. Можно, в принципе, заполнить, можно не заполнять. А пароль мы обратно ставили текстовый. Ставим на password. Но, в принципе, это не важно на данном моменте. Итак, я нажимаю на логин. Так, еще один момент. У нас перешло именно по методу get. Это нехорошо. Должен быть пост. По метод пост. И action. Action, куда он должен перейти? В данном случае он перешел на эту же страницу. Если мы action не указали, вот с индекса GSP мы action не указали, то это подразумевается, что он данные отправятся на эту же страницу, не обновится, и откроется эта страница, и в этой же странице можно будет уловить вот эти данные. В данном случае у нас есть сервлет. Он называется Start Servlet. Вот на него мы должны и отправиться. Именно на Start Servlet. Если у нас есть именно вот этот сервлет, мы его можем здесь и описать. То есть добавим еще один сервлет. И добавим для него маппинг. Аналогичным образом. И теперь, когда у нас есть Start Servlet, мы по индекс GSP отправляемся на наш Start Servlet, в котором методом POST определяется, нажата ли та кнопка или другая кнопка, и таким образом мы перенаправляемся по форварду или на My Servlet, или же на Registration GSP. Итак, еще один момент. Когда мы что-то передаем через forward, мы это делаем с помощью нашего слэша, знака деления. То есть мы говорим, что перейти на My Servlet или на Registration GSP, в зависимости от того, что было введено. Итак, теперь я это запускаю. Но, в принципе, вводить здесь нет смысла что-то, мы просмотрим на переход. Я нажимаю логин, мы видим, возникла ошибка. Почему ошибка? Во-первых, данные передаются методом POST. Откроем Start Servlet. Мы видим, что по нажатию на Enter, на логин, мы переходим по форварду на My Servlet. А в My Servlet данные ловятся
методом head, а не методом post. А передаем мы методом post. То есть данные просто не ловятся никаким образом. То есть они передаются методом post, но не head. Поэтому нам здесь тоже нужно ловить методом post. Это первое, из-за чего образовалась ошибка. Итак, теперь мы исправили. Можем запустить, проверить это еще раз, как это работает. Итак, нажимаем на логин. Мы видим, все отлично. Нажимаем на registration. Мы видим, все отлично. То есть мы видим нашу форму регистрации. Нажмем на логин. Мы видим, что вот мы перешли на старт сервлет. Успешно, что мы нажмем на другую кнопку, мы все равно перейдем на этот же старт сервлет. Мы даже не видим, на какой странице GSP это обрабатывается информация. Она может обрабатываться на множество GSP страницах, по форварду переходить от одной страницы к другой. Но для того, чтобы делать так называемые множественные много переходов, для этого нужно знать, зачем это делать. То есть, действительно ли это нужно в данной ситуации. Итак, теперь под конец хочу еще раз рассказать, что мы сделали. Мы создали нашу форму на предыдущих уроках. Я указал здесь start сервлет. Это на сервлет, на который будет обрабатываться, где будет информация. Она будет передаваться методом post. В start сервлете у меня проверяется нажатие кнопки. На логин мы нажали или на registration. Если вы нажали на кнопку «Войти», мы переходим на MyServlet. Если же мы нажали на форм, на кнопку «Registration», мы переходим на «Registration GSP». Таким образом, у нас есть диспатчер, в котором есть метод «Forward», который осуществляет переход по форварду. Далее мы в WebXML добавили еще один сервлет и ему делали маппинг, где он будет отображаться. По имени сервлета и куда. Таким образом, по форварду можно переходить как на GSP страницу, так и на сервлет. На какой-то уже существующий. Ну, MyServlet — это сервлет с предыдущего занятия. Мы его изменили на пост и просто вывели. То есть мы ничего не обрабатывали, мы никакую логику не описывали. Просто сделали переход. В случае, если у нас будут какие-то другие формы, где будет одна-две кнопки или три, и будет нам нужно переход в зависимости от нажатия или в зависимости от введенных данных перейти туда-то или туда-то, мы просто будем пользоваться нашим диспетчером-сервлетом. Диспетчер-сервлет, мы будем им пользоваться, и он будет нам предоставлять именно возможность самого перехода.